Первый форум историков стран Центральной Азии проходит сегодня в столице Казахстана. В рамках нескольких панельных сессий участники встречи определят главные проблемные вопросы, которые накопились в исторической науке, обсудят пути их решения, а также выработают алгоритм дальнейшей совместной работы. Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, необходимо бороться с мифологизацией и неправильной интерпретацией исторических фактов. Этим должны заняться профессиональные историки. Очень важно, что это событие происходит перед завтрашним заседанием консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Очень хорошо сегодня вот такие мнения прозвучали, что помимо дипломатии классической, нужно начинать формировать дипломатию научную. То есть ученые, на них лежит очень большая ответственность всем народам нашего региона разъяснять, показывать профессионально, осмысленно, какова общая история, почему мы смогли выжить в потоке истории. Какие были хорошие примеры интеграции, объединения.